Здравствуйте! В эфире программа «Москва едет». Меня зовут Юлия Темникова, и я рассказываю о том, как развивается транспорт в столице. Сегодня поговорим о московских центральных диаметрах, с чего все начиналось, как развивалось и что ждет в будущем один из самых амбициозных транспортных проектов. О том, что в Москве необходимо транзитное движение пригородных поездов, впервые заговорили еще 100 лет назад. Однако импульс проекту дали только в наше время, когда правительство Москвы и железнодорожники стали обсуждать интеграцию пригородного транспорта в городскую транспортную систему. В 2019 году запустили первые два диаметра. Сегодня в столице их уже 4, а это 136 станций и более 300 километров путей. Ежедневно по диаметрам совершается в среднем почти 1,5 миллиона поездок. Все это, конечно же, стало возможно благодаря развитой системе новых городских вокзалов и запуску новых поездов. Как организовано их движение, узнаем прямо сейчас. Следующая станция – Печатники. Это московский городской вокзал Печатники. Он находится на юго-востоке Москвы. Архитектурный атлант – транспортная точка притяжения. Московский городской вокзал связал МЦД-2, БКЛ и Люблинскую линию метро. Задача московских городских вокзалов – обеспечить новый уровень комфорта для пассажиров. В первую очередь, это очень удобные пересадки. Вокзал – помощник для жителей сразу трех районов Москвы. Печатники, Текстильщики и Люблино. Это 363 тысячи человек. Раньше людям, живущим в соседних районах, железная дорога разделяла. С открытием Московского городского вокзала она их объединила. Жители большого города теперь экономят больше времени в дороге. От Печатников до площади трех вокзалов около 25 минут. По поручению мэра Москвы были запущены первые два московских центральных диаметра. В 2023 году к ним прибавилось еще два диаметра. Вместе с МЦК и метро эти системы транспортные образуют единую сеть рельсового каркаса. Московские городские вокзалы сменяют привычные платформы. Сегодня их более 80. Они удобные. На большинстве из них есть переходы по принципу «сухие ноги». Городские вокзалы оборудованы эскалаторами и лифтами, а также приспособлены для маломобильных групп. Новой инфраструктуре – новые поезда «Иволга 4.0». Железнодорожный флагман родом из России. Ее собирают в Твери. В нем для ускоренной посадки и высадки появилась дополнительная дверь. Теперь их стало 3 на каждую сторону во всех промежуточных вагонах. Летает железная птица сейчас по нескольким диаметрам. МЦД-3 и МЦД-4. Может разгоняться до 160 км в час. Поезд плавный. Никаких резких стартов и торможений. Таких поездов у нас на сегодняшний день 9 единиц. А до конца года наш план закупки предполагает поставку еще нескольких поездов. Поезда вместительные, проходы широкие. Комфортно будет и родителям с колясками, и маломобильным гражданам. В поезде есть санитарные зоны и пеленальные столы. «Иволга 4.0» имеет отдельные места для крепления велосипедов. Там же, в этой же зоне, расположены места для зарядки электросамокатов, которые очень популярны сейчас в городском транспорте. Кузов «Иволги 4.0» выполнен из нержавеющей стали. Салон тоже устойчив к загрязнениям. Это помогает поддерживать чистоту и беречь поезда. Сегодня все больше жителей столицы выбирают диаметры для своих поездок. Ведь это удобно и, главное, экономит время. На всех диаметрах предусмотрено тактовое расписание. То есть интервал движения поездов составляет всего 5-7 минут. Отсутствие лишних пересадок позволяет пассажирам, к примеру, по МЦД-4, легко и комфортно добраться до 7 центральных железнодорожных вокзалов. О создании в столице московских городских вокзалов, обновлении подвижного состава на диаметрах и планах по дальнейшему развитию центрального транспортного узла расскажет первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Гамид Булатов.
Гамид Баширович, здравствуйте. Добрый день, Юля. Благодаря МЦД в столице создаются новые комфортные московские городские вокзалы. Как эти современные станции повышают удобство пассажиров диаметров? Юля, знаете, сам проект МЦД, он очень интересен и уникален, прежде всего тем, что мы его развивали в течение почти 5 лет первые 2 диаметра, почти год уже прошел спуска, как мы запустили 3-й и 4-й диаметры, и мы сейчас видим, что пассажиропоток с момента пуска вырос практически в 1,5 раза, то есть более чем на 40%. Составляющих этого успеха две. Это, прежде всего, тарифная политика, которая принята мэром Москвы, про бесплатную пересадку, интеграцию метрополитена и МЦД, и удобные, комфортные московские городские вокзалы. Потому что, когда пассажирам удобно и быстро пересаживаться с метро на МЦД, это в разы повышает и количество, и в разы повышает и комфорт, и удобство использования этой инфраструктуры. Яркий пример – это московский городской вокзал Нижегородская. Почему Нижегородская? Он создавался с нуля. Сегодня на этом месте современный московский городской вокзал, который объединяет в себя МЦК, МЦД, линии метро. Это, безусловно, очень сильно разгрузило линии метро, другие станции, которые работали с перегрузом, и дало возможность жителям этого района беспрепятственно и быстро добраться в любую точку города. Буквально недавно на МЦД был запущен самый новый, самый современный, комфортный поезд «Иволга-4.0». В чем его особенность и сколько новых составов придет в этом году? Во-первых, это поезд, который по своему, так скажем, концептуальному наполнению скорее ближе к поезду метро, чем к стандартной нашей электричке, к которой мы привыкли. А в чем отличие? Там больше дверей. Соответственно, 3 двери, более быстрый пассажирообмен. Соответственно, в этом поезде больше пространства для пассажиров именно стоячих, потому что дальность поездки, значит, на МЦД существенно ниже, чем в дальнем пригороде. Он удобный, он комфортный, там есть зарядки, там есть много мультимедийных экранов, с которых вы можете получать актуальную информацию про пересадки. Даже места для велосипедов и самокатов предусмотрены в этом поезде. Мы работаем с производителями подвижного состава над улучшением потребительских характеристик, снижением шума. Кстати говоря, уже сегодня «Иволга 4.0» по своим параметрам шумоизоляции является одним из ведущих поездов в мире. В планах теперь развитие ЦТУ, Центрального транспортного узла. Давайте поговорим об этом. Как повысится комфорт жителей регионов Центральной России благодаря этому масштабному проекту? По поручению мэра Москвы и совместно с российскими железными дорогами, с Минтрансом и с федеральными коллегами нашими, такую работу начали еще в прошлом году. Проект был презентован и президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который также его поддержал и соответствующее поручение дал правительству. Суть этого проекта заключается в том, чтобы поезда МЦД, соответственно, были, так скажем, связаны и интегрированы с тем подвижным составом, который доходит до центральных городов, регионов Российской Федерации, которые входят в центральный федеральный округ. То есть это 11 всего субъектов, это крупные города, это Тула, Рязань, это, соответственно, Иваново, Владимирская область и многие другие субъекты. В результате количество пассажиров, которые пользуются железнодорожным транспортом в ЦТУ, должно вырасти по нашим планам в разы, так же, как это произошло в Москве и Московской области. Все это приведет к тому, что пассажиры будут перемещаться железнодорожным транспортом быстрее, комфортнее, это будет в разы выгоднее и надежнее, чем тот же автомобильный, автобусные перевозки. То есть мы планируем существенным образом увеличить долю именно ЖД-транспорта. Также, на наш взгляд, это вызовет большой рост потока туристического в отдельные регионы, в отдельные субъекты. То есть проект должен стать не только с транспортной точки зрения, но и с социальной, с культурной, со всех составляющих, на наш взгляд, должен быть успешным. Ну и, конечно, экономической. Очень здорово, что такие масштабные проекты запускаются, и, безусловно, такие эффекты крупные мы будем ожидать от него. Гамид Баширович, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Спасибо. Московские центральные диаметры разгрузили городские дороги. Стало меньше машин на Ленинградском и Новорязанском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе энтузиастов. Кроме этого, снизилась нагрузка и на московский метрополитен. Благодаря работе МЦД-1 и МЦД-2
соседние с ними линии метро разгрузились на 12%. Понятная навигация, бесплатные пересадки, гибкая система тарифов. Все это доступно пассажирам диаметров. Как устроены станции и какие сервисы доступны уже сейчас, расскажем в нашем сюжете. Следующая станция – Зеленоград-Крюково. Эту девушку зовут Елизавета Букина. Она аниматор. Сегодня едет проводить праздник для детей. Опаздывать нельзя, а потому она выбирает городской транспорт. Платить будет картой «Тройка». Есть много разных дизайнов. У меня дома лежит много карточек. Но мой любимый – это классический. Москва – лидер по количеству способов оплаты проезда. В их числе карты «Тройка», «Банковская», а еще «Биометрия», «Телефон», «Виртуальная тройка». Также тестируется система быстрых платежей. Московские центральные диаметры поделены на три тарифные зоны – центральная, пригород и дальняя. Поездка на МЦД в центральной зоне стоит 57 рублей. Елизавета пополнила баланс. Точка отправления – станция Зеленоград-Крюково. Точка прибытия – станция Нижегородская большой кольцевой линии. Время в пути – 1 час 21 минута. Вокзал очень удобен. Везде развешаны путеводительные знаки, и потеряться, мне кажется, очень трудно. Вокзал – главный пересадочный узел Зеленограда. Им пользуются более 30 тысяч пассажиров ежедневно. Здесь останавливаются поезда третьего диаметра, пригородные электрички и сапсаны. А в будущем здесь также будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали. В прошлом году была завершена реконструкция. Теперь он удобный. Елизавета заходит в поезд. Ближайшая пересадка на станции Электрозаводская. До нее 1 час 4 минуты. Я люблю работать в дороге. Меня очень спасает факт того, что всегда я могу подзарядиться прямо в вагоне. Везде есть разъемы для зарядного устройства. Но сегодня зарядка требуется не компьютеру, а смартфону. Для этого в поезде есть беспроводная станция. Работа выполнена. Смартфон заряжен. Время пересадки. Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро МЦК и между диаметрами москвичи экономят на ежедневных поездках до 50%, а жители Московской области – до 75% средств. Елизавета совершает пересадку со станции Электрозаводская третьего диаметра на станцию Электрозаводская большой кольцевой линии. Везде развешаны путеводители. Рабочее путешествие Елизаветы подошло к завершению. Весь путь с одной пересадкой занял всего 1 час 21 минуту. Но прежде чем выйти в город, девушка покупает чашку кофе, чтобы зарядиться. Московские центральные диаметры продолжат свое развитие. Будут открываться новые и реконструированные московские городские вокзалы. Например, в этом году на МЦД-3 появится новый городской вокзал Митьково, а на МЦД-2 завершится реконструкция Щербинки. Также продолжится работа по обновлению подвижного состава на МЦД. А к 2030 году Москва планирует сделать железнодорожный транспорт еще комфортнее и доступнее по всему центральному транспортному узлу. Это была программа «Москва едет». С вами была Юлия Темникова. Увидимся на телеканале «Москва-24».